Всем привет, ребята! Вы на канале Вектор, и сегодня мы будем рассматривать один сид в игре Крафтсман под названием Мими. Скорее всего, вы все его знаете, но я вам хочу кое-что показать. Вот создаем мир. Как вы видите, здесь должна быть крепость. Вы скажете, ну крепость заспавнилась очень высоко. Я вам скажу, то, что, во-первых, у меня ни разу крепость не спавнилась, а во-вторых, давайте-ка спустимся по этой крепости. И вот куда она меня ведет. Все вы знаете то, что здесь должен быть колодец. Вот этот колодец. Ископав несколько блоков, вы можете оказаться в крепости. Что я сейчас и попробую сделать. Но почему-то у меня в моем мире не спавнится никакие крепости. Вон только мини-шахты. Либо я просто ни разу их не замечал, либо они просто не хотят спавниться. Вот сейчас мы спустимся и все проверим. Да, кстати, это мое самое первое видео на моем YouTube-канале. Вот, видите, здесь ничего нету. Так что подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, набираем 5 лайков, и я выпускаю видео-обзор сидов на игру Крафтсман. И всем пока-пока!